Всем привет! Это прямой эфир «Открытие сессии 3». Добро пожаловать! Все в прямой эфир. Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, уважаемые участники персональной стратегии «Потока 3». Мне очень приятно. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что я вновь ответственный за проведение очередного курса. И для меня это просто огромная ответственность. Я вижу, как работают мои замечательные кураторы. Большое вам спасибо и сердечный вам поклон. Вы настолько молодцы, настолько активно работаете со своими группами, что я считаю, что третий поток и эти кураторы – это лучшая группа, которая у меня когда-то была, потому что я вижу, насколько вовлеченность людей идет с этим подходом. Когда мы начинали первую группу, это было в январе, я был один, то есть фактически мне нужно было просто вам помочь. Я хотел выплеснуть свои эмоции, энергию. Первый по такой поток я сделал 4 или 5 лет назад, это был 15-й год. Поэтому первый курс у нас с вами прошел дальше. Потом у нас появились институт кураторов, мы попробовали делать кураторы. И вот сегодня я вижу, насколько это важно, насколько это круто. Институт куратор. Я приветствую всех участников. Роман, привет. Виктор, привет. Я вижу вас. Я всем очень рад. Я надеюсь, что каждый из вас вчера, сопереживая мне, посмотрел мое видео касательно того, что мир изменился. Но несмотря на то, что мир изменился, наша с вами цель наполнить нашу жизнь большим количеством эмоций, радостью, создать вот... Только что закончился сейчас прямой эфир с Андреем Пометуном. И мы с ним разговаривали о том, как в нашей сегодняшней ситуации сделать так, чтобы дом превратился в центр создания смыслов. Как сделать так, чтобы отношения с нашими близкими вышли на новый уровень. Как сделать так, чтобы то время, которое нам никогда не хватало, впервые в жизни у нас появилось. Надеюсь, что оно у всех оплачено. Поэтому это очень важно. Но это самое главное, что когда-то мы, наши дети растут. Там моему сыну, вот он сидит за соседней стеной, 12, 13 лет. Моей дочке, она сейчас смотрит то, как мы проводим с вами прямой эфир, 8 лет, будет 9. И я всегда, даже с учетом того, что я уже много лет нахожусь на фрилансе и много лет нахожусь в свободном полете и свободном графике, моя интенсивность работы очень высокая. Я, наверное, за всю свою жизнь, будучи председателем правления банка, будучи руководителем, работал меньше с точки зрения своей нагрузки, чем я работаю эти последние 5 лет, да уже 6 лет, когда я нахожусь в самостоятельном плавании, когда я сам определяю свой режим работы. Итак, основные принципы вашей работы дома. Если вы стали работать дома или если вы уже перестали ходить в офис, это значит, что в вашей жизни ничего не поменялось. Ваш распорядок остается тот же самый. Но время, потраченное на дорогу до работы и дорогу с работы, вы можете посвятить себе. Первое, что рекомендую сделать, это просто выспаться. Да, это тот самый сон, ресурс, который не позволял нам вообще... Ну, управлять этим вопросом, потому что мы должны были вставать рано. Девушкам нужно привести себя в порядок, накраситься, выйти, поехать на автобусе, на машине и так далее, и так далее. Все это время, вижу, Виктор, что за паре сегодня, ничего страшного, это нормально, мы работаем. И так вот, цель сконцентрироваться. Да, у нас новая реальность, мы работаем теперь дома, мы сами себя организовываем. И это высочайшая степень ответственности научиться организовываться в ситуации, когда у нас происходит изменение мира. Поэтому, пожалуйста, составьте себе график. Я для участников нашей группы, для персональной стратегии, а так как наш прямой эфир смотрит много людей, то мы должны пользу нести всем. Сделайте себе распорядок дня. Накануне. Подъем. Я рекомендую спать 9 часов. Да, это немало и немного. Но для тех прокачанных вы можете потом сокращать свое время. Я, например, встаю в 5:30, в 6. Но для этого мне нужно лечь хотя бы в 11. Поэтому вставайте, когда нужно. Отсыпайтесь, экономьте это время. Но вставайте не позднее 8 утра. В 8 утра у вас час будет на то, чтобы позавтракать, привести себя в порядок, сделать гимнастику. Кстати, мы найдем кого-нибудь из наших...
спортсменов активных, которых приглашу себе в прямой эфир для того, чтобы они поделились, а как дома организовать такую спортивную нагрузку, чтобы фактически можно было быть прокачан. Но я думаю, самый простой вариант – это приседания, отжимания, и эти два упражнения позволят вам, и планку можно держать, я думаю, что эти два упражнения позволят вам очень хорошо себя чувствовать. Кто успел и себе заранее приобрел велотренажер, беговые дорожки, тем проще. У кого нет, приседания, отжимания, пробежки. Сегодня мы с дочкой веселились, и я ей надел часы, которые замеряют расстояние. Она бегала по квартире, пока не набегала километр. Ну вот, это шутки шутками, но перерывы. Есть очень хорошая книга «Жизнь как просто космос». Я вам ее положу, расскажу, что эта книга, вы ее почитаете. Она об очень интересной нашей русской девушке, которая уехала в Силиконовую долину и продала свои стартапы НАСА. Поэтому она рассказывает о том, как она работает. У нее слоты, спринты по 25 минут и 5 минут перерыв. Это очень легко работает. Я тут же сразу попробовал. Получается очень классно. Когда ты думаешь, так, пойду налью стакан воды, пойду позвоню, пойду схожу в туалет или еще что-то. Когда у тебя 25-минутный слот на работу, ты точно знаешь, что тебе его надо отработать. Поэтому отрабатывайте и потом занимайтесь своими делами. Возвращаемся к нашей сессии. Дорогие участники, вчера был сессия, день 2, сессия 2. Какие у вас возникли вопросы по выполнению домашних заданий? Пожалуйста, сейчас сформулируйте эти вопросы в нашем чате, и я попытаюсь на них ответить, на наиболее острые. Сегодня же я вам хочу рассказать, что вас ждет в третьей части. День 3 – это великолепный день. Очень много, очень интересного. Наверное, самые главные инсайты, которые вы сегодня поймаете, это впервые попробуйте разобраться с такими вещами, как эмоциональный интеллект, осознанно, свои сильные стороны. Кстати, SWOT-анализ, который сегодня вас ждет, я называю слабые стороны зонами развития, потенциальными зонами развития. Мне кажется, оно преподносит, придает нам несколько большей энергии, несколько большей радости от того, чем мы занимаемся. Пока я рассказываю, не забывайте ставить нам сердечки. Чем больше сердечков вы поставите, тем прекраснее сегодня будет ваш вечер. Возможно, у кого же даже что-то будет большее. Итак, значит, работаем мы сегодня с вами на третьей сессии. Это очень классный день. Мне он очень нравится, потому что этот день рассказывает вам о себе. Мы завершаем работу с прошлым и переходим в раздел настоящего. Это очень важно, и очень важно, потому что мы, когда работаем со всеми тремя проекциями времени, прошлое, настоящее и будущее, у нас открываются вам вообще перспективы о том, как вообще все работает. Ну что ж, значит, очень важный момент. Сегодня я вам об этом не говорил, но для вас это будет сюрпризом, добрым сюрпризом. Вчера вы выполняли задание. Оно называется персональная инвентаризация. Что это значит? Я попросил вас проанализировать свою жизнь, с одной стороны, свою работу или бизнес с другой стороны, и зафиксировать все, что вы делаете. Вот все ваши действия, что вы делаете по отношению к своей жизни, по отношению к своей работе. А потом еще разделить на две группы. На группу то, что мне нравится, что я делаю, я бы хотел это делать и продолжал это делать с удовольствием. И то, что мне не нравится, но я это все равно делаю ввиду каких-то обстоятельств, обязательств или еще любых других действий, которые побуждают меня это делать. Для чего мы это делали? Если мы откатимся еще на одну сессию назад, в самую первую нашу сессию, то наша первая сессия была о том, вообще, о чем курс, и всего лишь 5 минут, 5, про наши ценности. Ваше первое задание было написать свои ценности. Вот взять с бухты-барахты и написать свои ценности. Я прекрасно знаю, как проходит это упражнение, и мы пишем то, что приходит первое на ум, но в течение всех остальных дней я буду доставать из вас эти ценности для того, чтобы у вас под конец курса сформировалась вот эта самая главная, коре, ключевая вещь в сердце вашем, ваши ценности. Именно ваши ценности помогут вам сформировать новые модели поведения. Именно ваши ценности помогут вам создать ваши цели. Цели в отношениях с близкими, в отношениях со своими
руководителями или коллегами, в отношении своих финансовых планов и так далее, так далее, так далее. Вот очень важно глубоко работать с понятием ценности. Так вот, возвращаясь ко вчерашнему упражнению. Это упражнение, которое вы сделали, сегодня мы его в рабочей тетради будем делать иначе. Вот все, что вы мне рассказали о том, что вам нравится, это есть прямая корреляция с вашими ценностями. Поэтому графа ценности будет дополнена тем, что вам нравится делать. Окей, спросите меня вы, а что же делать с тем, что мне не нравится? А вот здесь начинается интересная фишка. Мы конвертируем, переворачиваем, меняем знак отрицательный на положительный. И, например, мне не нравилось постоянно стоять в пробках. Соответственно, что это, какая ценность была задета? А ценность реализация, потому что вы теряете время, ценность времени. Так вот, наша цель вытащить из всех вот этих негативных понимание тех ценностей, которые на самом деле вам были нужны. И вот вам еще на одном слайде 4 типа списка ценностей. Вы поработаете с этими списками. Вам сегодня подробно я это расскажу еще в завершении нашего дня, чтобы уже окончательно схлопнулась картинка. И тогда у вас появится вот этот замечательный список ценностей. Дальше. Мы движемся. Сегодня будут интересные вещи в нашем управлении здоровьем. В управлении собой вы сегодня впервые поработаете с эмоциональным интеллектом. В управлении временем у вас вас ждет впереди задачи, связанные с маленькими задачами и с огромными задачами. Вот. А потом мы будем работать над нашими вещами, связанными с парадигмами поведения. Друзья, поэтому день очень интересный, фантастический, прям развивающий вас. А самое главное, вас впереди ждет глубокий анализ сегодня самих себя. Окей, если вопросов нет, давайте ставим сердечки, лайки, что тогда мне понятно, что вам все ясно и все понятно. И будем уходить на просмотр нашей сессии учебного видео, которое уже сейчас в Фейсбуке, которая уже сейчас вас ждет для того, чтобы вы смотрели. Окей, друзья мои, вот пошли сердечки, значит, все понятно. Спасибо вам за открытие этого эфира. Я чувствую позитив, идущий от вас. Для меня это очень важно. Поэтому, друзья, я завершаю эфир. Вы сейчас переходите в Facebook на страницу мероприятия сессия 3. В нем лежит уже наше обучающее видео. Смотрите его. По ходу делайте какие-то заметки, упражнения. Сейчас, за это время, пока вы смотрите, я выложу все остальные домашние задания. И в 22:00, время сегодня позволяет, мы с вами встречаемся на закрытии эфира и прогона всех домашних заданий. До встречи в 22:00 в прямом эфире. Закрытие сессии 3.